Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, и ни в коем другом нет спасения, братья и сестры, дамы и господа, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Возлюбленные, приветствую всех с Москвы, столицы. Сегодня и вообще в эти дни молюсь о духовном пробуждении Москвы, о духовном пробуждении России всей. И здесь сердце России бьется, и здесь вот это духовное пробуждение народов да совершится в наши дни во имя Иисуса Христа. В эти дни проповедую в разных церквях, и уже проповедовал и проповедую, общаюсь с разными верующими разных конфессий, разных деноминаций. Вот, и церковь Дом Отца, вот слава Богу за хорошее знакомство, хорошее общение с разными верующими. И вчера вечером, встречая шаббат в мессианской еврейской общине, молились как раз о единстве верующих, молились о единстве христиан и во Христе, Иисусе Христе, настоящее Божье единство. Служение сегодняшнее, оно проходит недалеко от белорусского вокзала, собственно. И вот сзади меня вы видите храм, это... Храм, он не такой древний, как кажется, это храм старообрядческий, его начали строить еще при последнем царе Николае II, но потом началась революция, достроить его не успели, и уже достраивался он, вы не поверите, в 20-е годы, когда другие храмы уже ломались по Москве, а этот храм он достраивался, представляете? Вот, и да, там старообрядческая община, в этом храме я часто бывал, и здесь после белорусского вокзала, конечно же, Белоруссию благословляем. Отец Сергий, всех там братьев приветствую в Минске, в Гомеле. Слава Господу! Благословляю всех вас во имя Иисуса Христа. И благословляю всех молитвенников за Москву, за Россию. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Братья и сестры, и пусть имя Господа Иисуса Христа прославится в городах, странах, по всей нашей земле. И здесь, в Москве, молитесь о духовном пробуждении столицы, о духовном пробуждении Москвы. Вспоминайте в молитвах. И молюсь о том, чтобы православное такое реформаторское, евангельское такое обновленческое движение возрождалось здесь, в Москве, в столице и по всей России. Слава Господу! Пусть имя Иисуса Христа прославится среди всех народов. Аминь. Из города Москвы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам и благодать да умножится. А еще хочу сразу, тоже как по скриптум сказать, 18 августа у нас уже скоро собор. Приглашаю всех вас. Пусть Бог благословит вас. До встречи.